Котлас. Встречай свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 28 по 31 мая. ТД «Витязь». В среду 29 мая в Котласе будет пасмурная погода, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит 13 градусов тепла, ночью до плюс 6. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.